Идея разбавить школьные будни творчеством пришла внезапно. Поздравить педагогов с Днем Учителя ребята из 6 класса Каменской школы решили креативно – снять юмористический ролик. Внезапный успех и артистичность детей положили начало местечковому шоу. В основу легла одна из культовых передач – незамысловатые сюжеты с добрым юмором и неким абсурдом. В пилотном выпуске – школьный урок физкультуры. История, где герою Коряшкину приходится проделать большой путь тренировок, чтобы просто сдать справку об освобождении. Чё это? Справка. Меня от физкультуры освободили. За режиссуру и съемочный процесс отвечает Татьяна Олеговна. Она и предложила ребятам попробовать себя в роли актеров. Когда дети уйдут из школы, знания, конечно, они унесут, это хорошо, но еще вот такие вот воспоминания, вот позитив, они очень надолго запоминают. А потом эта совместная деятельность с детьми, она и детей объединяет. И как бы меняет отношение детей к учителям, то есть они как-то более доверительно, и вообще к школе. Впереди подготовка к новогодним праздникам. Новые сценарии уже написаны, а дети готовы становиться звездами. Денис Воробьев, телекомпания «Барс».